Отстранен от власти президент Египта Мухаммед Мурси арестован на 15 суток. Им вменяется в вину шпионаж, госизмена и сотрудничество с палестинским движением «Хамас». Последний отвергает обвинения в связях с Мурси, а братья-мусульмане называют их смешными. Тем временем в Египте готовятся к массовым акциям. В минувшую среду министр обороны Абдель-Фатах ас-Сиси призвал всех египтян дать военным карт-бланш на борьбу с терроризмом. Братья-мусульмане восприняли это заявление как призыв к гражданской войне. Корреспондент Евроньюз передает из Каира. Еще один новый и решающий день в политической жизни Египта. После призыва армии провести в пятницу массовую демонстрацию в знак солидарности и поддержки действий военных. Некоторые египтяне считают, что это необходимо для достижения цели, как они говорят, второй революции. Однако есть и те, кто опасается, что, опираясь на поддержку населения, армия полностью сосредоточит власть в своих руках.